Здравствуйте, дорогие товарищи, попытаемся поиграть в Dark Tide. Играем с хитрым снаряжением. Массовая лопатка плюс мощный пулемет. Плюс все на стойкость, это неинтересно. Тут немножко силушки богатырской, бомбочки. Чтобы в глаз какому-нибудь осквернителю зарядить. И не только. Бегаем сильно, топаем, колбасим и немножечко получаем бонус от стрельбы. Как-то так. Попробуем. Heretics have disabled Manufacturum HL1736's cooling system. Power matrix destabilization imminent. It is imperative you restore the coolant systems before destabilization threshold is reached. Once cryonic rods are deployed correctly, mark you, varlets, the system will stabilize and you will have proven somewhat useful. Это должна была быть сестра битвы. Рядом с нами. Ну вот. Только голый торс. И это мужик. Что-то не то. Что-то пошло не так. Стал мужик топор и давай Эпли. Я хотел немножечко присесть. Это было немножко не то, что я хотел. Ну да ладно. Блин, клавиатура это. Как я вообще тут оказался, а? Oh!
geldi. Это как-то с пулеметом хреново работает. Вам не кажется? Да, что-то как-то вообще никак. Не то. Пулеметом хочется доставать и разваливать. А не вот это все. О! Очень интересно. Интересно. Неприятно. Right.
Ой, блин. Чудо бухты. Технически они где-то рядом. Чуть-чуть не добежал. Вроде прикольно. Еще чуть-чуть. А вот тут вот эта дверь. Лестница. Блин, я же тебя стрелял, что ты был? My patience.
Вроде бы это самый мощный пулемет, кстати говоря. Ну как же так-то? Как же так? Я понимаю, что ты... Как же так, но тем не менее. Эй, подожди, подожди, подожди. Come on.
О-о-о. Thank you.
Да блин. Все-таки. Ту-ту-пу. Идем, идем, идем нахер. The manufacturing stands, but I fear we are too late for the workers. Pay it no mind. Additional work units will be conscripted from intact hab areas. Truly, the Emperor guided the blessed Guleman's hand when he penned the Codex Astartes. Like any protocol, the Codex must act as guidance, not dictate. One drugging med station. Have a thing. More suited to the Emperor's service. One task, varlets. Redeploy cryonic rods to where they are needed. Ничего сделать. Давай, выплевывай уже меня. Выплевывай. Нет. И что тут делать? Хватит. Снайпер подстрелил меня. Ну ладно, я надеюсь, что пока там бегать. Ну прям тусовка такая. Ты голый чувак, да, голый. Ну, красавчик. Юг. Yeah.
И вот они, ребята. Как-то так. Я даже не знаю. Изувер, конечно, спас просто по-страшному. Ну, изуверы они такие. Ну что же. Я скажу, что пулеметчик и бегун — это такое специфическое сочетание. Может быть, не стоит его использовать. Но, по крайней мере, нужна тренировочка. А в остальном, ну что же, лайки, подписки, шары, если понравилось. И заходите в описание, там ссылки на соцсети и на кооперативы. Дружба и Homeworlders Complete, наши дискорд сервера. Но мы увидимся в этой или в другой игре. Всем спасибо и пока.